Добрый вечер, доброй ночи, друзья. Значит так, последние две локации были страшно занудные. Я надеюсь, вы их промотали. Это смотреть это не надо. Садизм, мазохизм моральный. И не только моральный, но и Я этого не говорил. Видик потом посмотрим. Кассеты мы прибавили. Головоломку мы прочитали. А ради чего? Вот самое интересное. Возвращаемся. Да, скучно. Я знаю, скучно было. Страшно, скучно смотреть. Это было неинтересно. Промотали и правильно сделали. Вот это что? А, так это кассета. Не хочу я сейчас это видеть. Не надо это. Я киборг-убийца Рэмбо. Я смотрел много раз. Ой, куда? Видеопрокат, что ли, целый? Так там и полицейская академия, и кино для взрослых, я так догадываюсь, и не надо. Я не хочу, нет, все. Осталось сколько у нас? Раз, два, три, четыре, пять кассет осталось. Ладно, проверяем. А перемотать можно? Я не помню. Как жаль, да, что можно нам не перемотать. Все было плохо. Все, понял, да-да, потом посмотрим. Это сейчас не важно. Нет, это важно тем, кто в первый раз сыграет. Еще раз пробуем залететь, как мышь в трубу. Ага, он, быстрее! Нет, не получается. Еще раз. Ну, я не помню, может быть и можно. Быстрее! Нет, не получается. В трубу залетел только мышь. Смотрим, что у нас по неоткрытым местам. Мышь, да, знаю, мышь. Страшный квест, наистрашнейший. Уже, как я повторю, я прибегну к подсказкам, а тут по-другому, ну нельзя, ну никак. Ну все прибегали к подсказкам. Вы разрабам напишите, они сами не помнят, что они здесь натворили. Все, шутки кончились, уходим. Уходим, выходим. Помню, сейчас там будет весело. Ай, жаль, молдавский не смотрит. Так обидно. Вот. Я не хочу обижать молдавского. Молдавский открыл мне эту игру. Нет, игру я знал заочно раньше, но не играл. Но молдавский разжевал и сказал: «Вольфрам, а ну-ка попробуй». Значит, мы вышли отсюда. Сюда не надо. Туда проход через мышь. Это потом. Потом. Сюда. Сейчас мы попадем вообще в другую зону. Так это прекрасно. Какой интерьер? Экстерьер, интерьер. Ага, катсценочки. Гриб. Ну, грибы здесь без гриб. Угу. Крутится весь карусель там-то. Вот они, а вот и они. Шплёкс. Одного. Да. Не то чужие, не то бараны. Не поймешь. Чужих нельзя оскорблять с именованием баранов. Вот и все. Это просто ролик. Я никуда не попал. Или попал? А попал еще как. Я спустился, я невнимательно смотрел. Наш друг перешел в другую локацию. Проверяем. Сюда нельзя. Хорошо. Понятно, что к двери. Все, просканируем. А к товарищу... А, нельзя. Все, понял. Проматываем. Все, идем туда. Дальше плохо помню. Я помню даже не первую половину игры, где-то одну треть. Значит, я на одной трети выхожу. Естественно, что падает. Ура! Наконец-то. Стул. Вот, запоминаем.
два кружка с треугольниками и точка, палочка, буква Г наоборот. Я запомнил. Напомню. Зеленые символы отвечают за наведение навигации пушки гаубицы. Их надо будет в пушку ввести. Все. В конце самой игры, если кто смотрит мои просмотры, я сделаю очень короткий комментарий на минуту, может даже на секунд, там, не знаю, 40. Поясню, какие рандомы в игре, именно рандомы в игре Neverwood. Ну, кому интересно, запоминаем. Два кружка, палочка, точка. Выйти можно? Проверим. Нельзя. А, я же упал отсюда. Лифт, все, прекрасно. Что-то кукуё на рандеву. Запомнил? Точно запомнил? Остров в небе. Старый мир. Это знаем. Вот это не знаем. Здесь не были. Вот здесь не были. Вот все. С памятью все в порядке. Профессионал работает. О-о-о. Прошу прощения, компот дает о себе знать. С Туборгом в композиции. Да. Что-то я быстро ее пролетел. Нет, для вас это долго. Для меня, как показалось, быстро. Ну, по ночам скучно. Оборачиваемся, просматриваем. Интерес. Инстинкт исследователя никто не отменял. Идем дальше. Да знаю, что там будет. Знаю. Ай, как хорошо, вот эти интерьеры чудесные, это как бы планеты и черное абсолютное пространство, пустое, безграничное. Ай, поднять нельзя, ладно, разворачиваемся. Обратно. Нам сюда, ну, конечно. Возможно, мы сейчас что-то не откроем. Почему? Потому что, возможно, не хватает чего-то. Намек на... Кстати, я вспомнил. Да, я вспомнил. Это отсылка к нашей последней головоломке, если помните, с этими клеточками. Как я его условно назвал, Альбин Юлиус, ну, неважно. Голова с усами. Король и стиралка. Как это работает? Хуй его знает. Мишку надо опустить. Я сейчас надо гадать. Ой, бля, методом тыка можно, но не получится методом тыка. Слишком комбинация сложная. Методом тыка не получится. Это взаимодействие? Смотри, это возврат. Понятно, это итог. Понял. Значит, эта кнопка отвечает за... Мишку опущение. Дальше. Это что работает? Это никак. Нам надо настроить комбинацию. Но не российская группа комбинация 90-х годов, а которую сейчас снимают сериал, где Никита Калагриева сыграет. Ну, мне этот актер нравится. Кому как. Кто слово пацана смотрел? Отвлекаюсь. Не группа комбинация. Надо настроить комбинацию. И, возможно, подсказка будет в предыдущей нашей головоломке. В том вот панно с клетками, где будут вот эти символы. Вот этот вот... Ну, для себя я называю Альбин Юлиус. Вы его как хотите называете. Значит, король, условный король и стиральная машина. Это сброс. Не сброс, а активация. Все. Меняем, я понял. Ага, 3, 2, вернем. 2. Ну-ка. Сколько их общий счет? Ну-ка считаем. Сколько там вот этих Альбин Юлиусов у нас? 6 или 7? Ну, допустим, 6. 7 наберется. Так,
это сколько? 5, 6, это 7. Королей двое, это я помню. Нет, обратно. Королей двое. А стиралок я не помню сколько. Выходим, возвращаемся. А что делать? А по-другому никак. Я так думаю. Черт его знает. Не, ну как красиво это все сделано. Черт возьми. Лунопарк, лунопарк. 80-й, 87-й, 88-й, 89-й. Ничего, потопать. Это Neverhood, а вы как хотели. Пробуем. Я могу ошибаться, но так я играю в удовольствие. Вот есть такие, знаете, люди, ну, низкой мечты, которые говорят, спидран, спидран. Как можно вообще применять спидран вообще какой-то игре? Вот разработчики работали, старались, год, два делали, ну, хоть полгода, неважно. Люди. И как можно на спидранах вообще проходить игры? Ну-ка, покажите мне, кто на спидране пройдет Neverhood, а? А вот планету, точнее, локацию я забыл. Ладно, ничего, будем путешествовать. Это? Нет. Но не это, не это. Это точно не это. Вот, по-моему, вот это. Нет. Ну, давайте методом... Это здесь, хорошо. Нет, нет, нет. Да, я попал, я попал. Интуитивно. Ну, сейчас-то дверью давайте, а профилактики немножко надо. Ай, балдавский одобрит. Ну-ка, но... По ебалу хочу. Надо, надо. Медленно, не торопимся. Спокойно, спокойно, спокойно. Вот так вот. Ах, хороша, сука. Чтоб жизнь медом не коза. А теперь выходим. А вот сейчас хер выйдем. Он как еба. Вот. А теперь я хочу выйти. То я пошутить хотел. Ну, успеем. Не, ухай. Быстро. Наконец. Идем, идем. Нет, здесь, подожди. Да, 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 к мыши, к мыши. Ну, рядом с мышью. С мышью мы еще разберемся, это факт. Нет, не сюда. Отсюда, именно через этот розовый купол, мы пришли вот в ту локацию, где мы сейчас были. Нам сейчас нужно вот сюда вернуться к той картинке и посчитать. А я уже забыл. Блять, я уже забыл. Кого нам надо посчитать? Альбин 7. Король 2. Стиралка? По-моему, стиралка, да? Сейчас проверим. Да, стиралка, стиралка. Не такой уж я и маразматик. Да, деменция, деменция. Это самая классическая деменция. Деменция – это потеря ближней памяти. Что, вот чем я и страдаю. Ну, просто с пивом надо завязать, а кто виноват? Ладно. Отрулился ваше здоровье, сказал и поднимаю бокал. Угу. Секундочку, сейчас все быстро. Стиралка, стиралка, стиралочка. Стиралка. Ее много. Считаем. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь стиралок. Проверяем. Кино потом посмотрим. Восемь стиралок. Если был невнимательно, ошибся, опять вернусь. А что делать? Ну, играть так в удовольствие. Значит, теперь опять, вновь, идем в розовый купол.
Хотя мы можем пройти туда и там сесть на вот этот телепорт. Но мы пройдем вот путем традиции. Быстрее. Опять кат-сцена. Ничего страшного, не помешает никогда. Что ж я так сухо курил? А у меня тут сигареты ушли. Угу. Ничего, ничего, не помешает пересмотреть. Фантеск и гротески. Гротески фантазии. Фантеск и гротески. Ну, конкретные чужие. Ну, ксеноморфы, я имею в виду. Угу. Идем, 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 идем. Садимся, летим. 8, да, я сказал, стиралок. 8 стиральных машин. А есть такие люди, они прекрасно слышат, как стиральная машина с другом говорит. Бургут! Бургут! Символ я запомню. Я запомню. Деменция не помеха. Облако, ну напиши мне, пожалуйста, в комментариях. Вольфрам, ты пиздон. Ну надо мне, надо, надо. Не могу я без подколов. Ну прошу, ну что, трудно что ли? Какой же ты лентяй, молдавский. Какой же ты, а еще реверб делает. Про реверб отдельно скажу. Потом, не здесь, в другой записи, в другой игре. Ну, хотя как раз про реверб именно в Неверхуде надо говорить. Ладно, разберем. Быстрее, быстрее. Тест, тест, незрок, тест, тест. Тест, тест, это по-узбекски быстрее, быстрее. Тест, тест. Видите, какой узбекский язык лаконичный и удобный. По-русски говорит быстрее. По-английски quick, quick. А по-узбекски просто тест, тест, тест. Вот и все, понимаете? Учите узбекский. Советую. А советую, а потому что узбеков все больше и больше. Весь мир скоро везде будут готовить плов. Это не шутка, это не ирония, не сарказм. Это предрешение. Зря шутите. Ладно. Смотрите, сохранилось 7. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 альбинов. 2 короля и 8. А 8 будет здесь? Ну, проверяем. Я могу ошибаться. 6, 7, 8. Ну. Ну, проверяем. Да, стиралка, я не ошибся. 2 же короля? 2 короля или 3? Сейчас попробуем. Но вот этих вот точно 7. Это я стопудово помню. 7. Этих 8 сейчас было зафиксировано. Короля? Ну, если не 2, так 3. Ну, пробуем. Нет, не получилось. Нет. Хорошо. Значит, короля 3. Пробуем. Нет. Нет, я однозначно на правильном пути. Эти эмблемы, они прямо оттуда. И количество их, количество, вот выраженное в этих игровых костях, ну, у нас на Востоке их называют зарики. Знаете такую игру? Нарды. Ну, конечно, весь мир знает нарды, вот зарики. Хорошо, опять вернемся, посчитаем, а что делать? Давай, может, короля 4 все... Нет, его 2 было. Нет, 3. Ну хорошо, 4, допустим. Пробуем. Нет. Шесть же? Может, 7 его, я не помню. Ну, пробуем, что ж делать.
Так, давайте внимательно посмотрим. Может, подсказка в другом? Нет, 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 подсказка именно отсылка из того вот этого квеста. Потому что все эти портреты, вот эти образы, этот, башня и стиралка, они оттуда. И число точек вот на этих костяшках игровых, это число, сколько их там в клетках. Хорошо. Хорошо. Я могу сейчас жульничать. Знаете, как сделать? Я уже загрузил последнее прохождение. Я могу сейчас открыть телефон. Я могу открыть телефон. Найти этот эпизод финальный. Сколько там посчитать. Ну, я, наверное, так и сделаю. А черт возьми. А что ж, это займет какое-то время. Так, интернет включен, конечно, безусловно. А как я хуя найду? Бля, 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 бля. А, нет, я знаю, как я найду. Секунду. А, бля, это не секунду займет, это займет намного дольше. Но я пока болтать буду. Neverhood 1. А, плейлист у меня вот здесь сохранен. Вот, последний. Шестой. Шестой. Так. Сейчас посмотрим. Как на телефоне неудобно. А что делать? А что делать? Вот, под конец листаем. Вот чуть-чуть щипать. Да, блядь! Чуть-чуть. Тихо! Пауза. Нихуя не видно при паузе. А, пауза. Считаем. Альбин и Фьюлиусов. Раз, два, три. Да, блядь, пауза слетела. Суке. Пауза. Паузу нажал. Все. Пауза. Альбин Юлиус. Раз, два, три. Раз, два, три. Первая строчка. 4, 5, 6. 6 альбинов. Ну хорошо, ставим 6. 6 альбинов. Да, блядь, он... Почему на телефоне? Я же паузу нажал. Ебанашка, бля. Скотина, я паузу нажал. Почему он паузу не держит? Кто придумал Android? Самая ебанутая операционная система. Пауза, пауза. Еще раз считаем альбинов. Раз, два, три. Четыре, пять. Шесть. Шесть насчитал. Королей считаем. Внимательно смотрим. Раз. Да, жульничество. Раз, два. Два, два. Никакие не четыре. Два. Два короля. Стиралки. Смотрим стиралки. Опять он, смотрите, он паузу срывает. Почему он на паузе не держит? Скотина. Держи паузу, тварь. Стиралки. Не вижу, не вижу. Сейчас, сейчас, сейчас. Раз. Два. По рядам смотрю. Так, еще раз сначала. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Так, смотрим. Здесь сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Два короля. Шесть альбинов. Два. Проверяем. Есть. Вот видите, я прав, я прав. Я ошибся с Альбином. Я ему дал 7, а у него 6. Ну, кат-ролик смотрим. Да, жульничество, а что делать? Нет, не достал, не достал.
А, достал, то есть. Выполнил, да, я этот квест? Я просмотрел. Блять. Чё сейчас было вообще? Значит так, здесь я все выполнил. Кассет больше не взял. Да, уходим отсюда, уходим. Получается так. Давайте внимательно посмотрим. Ну, мало ли, ну, что-то вдруг пустил. Кто? Там кто-то кричит. Ну, я закончил, она больше не открывается. Опять я невнимательный, как всегда. Блять, на 25 минут наиграл. Пиздец. Мне казалось вообще... Только не вылетай, я тебя прошу. Лифт, лифт, лифт. Фуникулер. Сюда я успею в телепорт еще. Успею, успею. Сюда проход. К фуникулеру нет доступа. Ну, что делать? Я выполнил. Может, новая откроется? А надо запоминать эти кнопки. Встаньте, возьмитесь за поручни. Гости из будущего. Нет, новых не... Вот это, по-моему. Проверим. Здесь я был. Провалился. Здесь нет выхода. Хорошо. Сюда. Ага. По-моему, отсюда я должен попасть в новую локацию. Кажется. Но вот фуникулер вот мне покой не дает. Но не сюда точно. А вдруг... А давайте попробуем. Может быть, там на острове что-то открылось? Ну, кто его знает? Ну, все же надо посмотреть, проверить. Ну, сноровка и закалка исследователя старого квестовщика. Ну, не такой уж я и квестовщик, но... Нет, ничего не появилось. Ничего, ничего. Ничего не появилось. Ну, да, да, мы здесь были, это само собой. Ну, быстрее. Не томи. Вот этот не открыт. Так, у нас открыты все зоны. Здесь мы находимся. Осталась вот эта зона в виде крючка. Ну, давай, хоть сюда. Ладно, сейчас будем гулять, шарахаться и пос... А, все, я понял. Понял. Последний остался, это мышь. Ёбаная, блядь, это мышь. В принципе, все исследовано. Да, 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 да. Вот это вот печаль. Терпеть не могу. Образное сленговое выражение. Печалька, печалька. Это, знаете, вот сленг сисадминов всяких. Ненавижу сисадминов. Ненавижу. Ну, терпеть не могу сисадминов. ПТУшников этих. Молдавский, ты слушаешь? Я надеюсь, а? Солидарен, да? Поднимаю бокал. Ты меня по... You understand me. Угу. Мышь, мышь. Последняя мышь осталась. А мышь с админ это одно и то же. Сюда, сюда. Не помню, не помню. По-моему, а почему не сюда? Здесь это мы. Здесь не открыто. Мы здесь. Вам сюда. Пробуем. Нет. А, ну да. Да-да-да-да, я прав, на правильном пути. Вот видите, память. Профессионал работает. Кстати, я забыл символы к пушке. А может к пушке вернуться? Слушайте! Робби-Бобби! Бархаёт Карабаханов! Ну, конечно! Мы получили новые коды доступа к пушке.
а где коды находятся? А поехали туда, а поехали еще раз. А ничего страшного, а погуляем. А неинтересно, не смотрите. Ну-ка. Опа, вот. Два шарика, еще раз фиксируем. Два шарика, точка, палочка, буква Г наоборот. Все, я запомнил. Робо-бобо, поехали к пушке. Пробуем. Как хорошо в телепорте. Где мы? Да, я правильно приехал к пушке. Я прямо к пушке и приехал. Вот так вот, вот. А вы как думаете? Потом видео посмотрим, заёб, блядь. Плевал я на эти кассеты. DVD порвало всех потом VHS. Но VHS мне никто не заметит. Бобби! Радио, ну как всегда, хочется послушать, но пойдемте к квесту. Да, Take me home, country road to the forest place. Love it all. West, а слух какой чудесный у меня, правда? Take me in the west, mama. Take me home, country road. Когда я говорю о Джон Дендере, no. Ну что, припомним гаду? А вот интересно, будет он сейчас работать? Ради прикола. Посмотрим. Работает, сука, работает. А что, мне второй раз, что ли, это проходит? Ну. Спасибо. Мне достаточно. Уже нервы там. Я постарел на лет 30 после тебя. И посидел. И мои некоторые дорогие верные телезрители... Нет, не сюда, к пушке. Милитаризмом займемся немного. Опять все забыл. Да, я шучу. Take me home, country road, to the prime, I'm on the road. West of... Oh, no, man, no, mama. А я еще люблю, знаете, какую американскую старую кантри? Ring of Fire. The Ring of Fire. Ну, конечно, Джонни Кейдж это пел. Вот и все. Вот и все. Не пизди, блядь, я прав... Да не пизди! Не пизди, я правильно навел, блядь! Обрадовался, бля. Чё за гон? Это не... А вот и хуй пос... Подожди. Нет, неправильно. А это... Почему? Так, сюда я правильно символы ввел. Ну хуярим. Да хуярим просто и все, вот. Far Cry играем, и все. Ну наконец. Бля. Какое устройство мы испортили, блядь. Это же 200. Нет, я не люблю, когда технологии разрушают. Мне не нравится. Нет. Технологии, это же кто-то строил. Это великая инженерная мысль. Еще раз. Так, я попал по башке, правильно? Попал. Все, я сделал.
Надо было поднять. Вот хуй с ним, все, ясно. Все. Как робота жаль. А как выйти? Смотри, он не выходит. А, опуститься надо. Вот в чем оно. Видите, как это Neverhood, друзья. Это Neverhood, который не позволяет нам выйти, ёб твою мать. Попали. Ой-ой-ой, Шилов попал. Стреляй в него, Шилов, попади. Все. Значит так, в пушку мы выстрелили, теперь к мыши. К мыши. Проход в ту локацию к мыши. Ой, блин, сколько наиграл? 35 минут? Мало. Давайте в дом зайдем, опять от Вилли Баранкина почитаем. Ну, хочется мне так. Ну, время есть еще, чё. Куда торопиться? А торопиться не надо. Молдавский, ты меня не осуждаешь, надеюсь? А если ты смотришь? А ты же не смотришь никогда. Почему ты, Молдавский, не смотришь, а? Ты почему, Молдавский, не смотришь? Кстати, вот эти символы, так я и не разгадал. Вот они. 7. Ну, 7, не 7, не знаю. Где-то, может быть, они всплывали, что-то я не понял. Тупой. Сколько у нас кассет? Мы все кассеты не собрали. Да иди вперед. Нет, мы кассеты не все собрали. Фильм посмотрим в конце. Диафильм. ВХС-фильм. Домой. Take me home. Country road. Do the pray. Пишет нам, вы думаете, кто это? Вилли Баранкин? Вы ошибаетесь. Это Вильнёв Баранов. Барнов. Кто-то должен сбить толк в этого Билла. Это подсказка. Да. Дальше будет бред, я так думаю. Угу. Придет дурилка, у меня в голове дырка. Это все байда пошла. Ну, чепуха, ну, шутки. Прибау, бараба. Возьми меня за кольцо с дерева, и я смогу играть Абсалом. Ты что, Вилли, ты азиат, что ли? Абсалом, это Ассалом. Ассалам алейкум. Вы не знал, Вилляке, вы, а вы не говорили, что вы наш? Самаркандский? Бухарский? А джизакский чучка? Так я и думал. Мы ташкентские вас не признаем. Тварь из Нукуса. Ты должен выиграть 2 пластилиновых кирпича. Нет, это бред. Да. Первая была подсказка. Я запомнил. Как тебе тубрк? Ну все, поехали. Да. Читать это бесконечно можно. В этом-то и прелесть Neverhood. Мне не нравится перевод «Не верь в худо». Ну не нравится. Любительский перевод. Есть такие вещи, которые, понимаете, не надо переводить. Вот как, допустим, Джеймс Камерон, он взял и специально сделал «Терминатор». На всех языках это «Терминатор». Наши перевели «Киборг-убийца». Ну да, это была определенная прелесть в наши годы, в конце 80-х. Но по сути, ну как вам объяснить? Куда? Забыл.
По-моему, я не все фуникулеры откатал. Нет, все откатал. Все. Вот. Здесь курсор работает. Это окно. Я сюда поднимался? Да, поднимался. Ну что, к мыши идем. Как раз 40 минут я закончу ролик, и мышь будет в следующем ролике, ребят. Потому что мышь – это мышь. И я, как сказал, я просто вынужден посмотреть хоть какие-то подсказки. Ну там нереально с мышью, нереально. Ну, открывай. Не, не хочет. Надо нажать, что ли? А, да, я забыл. Да, получается, проход в следующую зону, она, в принципе, ну, не такая уж и большая. Следующая локация. Но надо пройти через мышь. Мост опускаем. Из пушки бесполезно стрелять. По-моему, третий раз. Нет, два раза. Там раз две навигации вот эти. Все, да, два раза из пушки выстрелить достаточно. Вот понимаете, чем прелестна эта игра? С одной стороны, она очень простая, на самом деле, очень простая. Но просто надо въехать, погрузиться, именно погрузиться. Да, помучиться немножко. Но когда поймете вот этот алгоритм абстрактный, это не алгоритм, не знаю, вот абстрактное чувство игры, становится все легко достаточно. Ее надо играть и переигрывать, тогда все будет от души. Ну, кому как. Но есть люди, которые скажут, не канает. Походу, это же не мафия, не GTA, не Far Cry. А нахуй, бля, хули тут стрелять-то в некого, нахуй, бля. А где дробовик? А где, походу, блядь, винтовочка? Понимаете? Или не понимаете? Я надеюсь, понимаете. Ну, поехали. Давай. Пом-пом-пом-пом-пом. А ну его нахуй, пошли в яму, прыгнем и все, бля. Жаль, туда фиолетовую нельзя зайти, вот она промелькнула. Ахаха, я даже, знаете, считаю, что Neverhood он достаточно короткий. Нет, да, нет. Хотелось бы побольше. Извините, немного заслушать. Хотя саундтрек и так слушаю. Молдавский, а ты слушаешь саундтрек? А молдавский не смотрит мои ролики. Молдавский весь в ревербе, бля. Коммерсант хренов. Молдавский, дай бог тебе реверб принесет хоть каких-то денег, которые ты потратишь в ресторане Алязис. Простите, друзья, это между собойчик такой, ну... А, никак, ничего, но... Ах ты, молдавский. Нет, ревербу дай бог. Про реверб я скажу. В другом прохождении я прорекламирую реверб, безусловно. А, не, Бобби же, блядь! Бобби! У нас единственный выход через к телепорту, ну, перемещению только через вот это вот, через сюда. В этой локации, в нашей домашней его нихуя. Но ревнует по всему, ревнует по всему, прощай, моя весна.
Корабли в моем плавании нет. Терпеть не могу я Земфиру. Мумитроли еще больше. Аривидерчи, прощай. Проверим память. А память у нас... Не надо. Велика, не велика. С памятью все в порядке. А вы как? Ну как? О, а вы думали, что деменция меня настигла? Шиш. Вот эти символы. Ну, курсор работает. Вот он. Вот. Вот они есть. А нахуй они нужны? Короли? Но короли. Королек, птичка певчая. Слушайте, а давайте кино посмотрим, в конце концов. Уже сколько можно ходить? Ну, хотя, ну, может, кино не будем все смотреть? Ну, проверим наличие... А, так же, да. Не хватает 5 кассет. Хорошо, не будем смотреть, не надо. Я Вилли Баронкин, знает. Перевод, ну, так, оставим за кулисами. Вспоминаем, куда нам надо. К мыши. Другого пути нет. Не, а хотя, подождите, я пушкой пробил. Ну, сейчас все попробуем, все комбинации. Значит, я нахожусь вот здесь. Да, вот эта зона не открыта. Я нахожусь вот здесь. Курсором куда я указываю? Пробуем. По-моему, сюда. Память уже вот не работает. Пробуем. Тоже мне мук. Да, вот мы правильно попали. Ну, сейчас-то хоть дверью можно получить, а в нос? Ну, пожалуйста, а. Ну, надо. Медленно, спокойно. Ебать. Ах, хороша, сука. Ай. Это профилактика, понимаете? Это принесет удачу нам. Ну-ка. Ай, хорошо. А просто так? Жаль, не ебанет. Нет, сюда не надо, кстати, зря. Ладно, просто проверим. Сюда не надо. Нам надо... Я пушкой пробил какую-то локацию, роботу голову разбил. По-моему, в тех локациях, где я побывал... Да, там же нет робота. Единственная локация, где мы робота видели за стенкой. Нет, не надо. Мы встретимся там. Поэтому сейчас нам куда надо? Сейчас. К мышке. А мышка здесь, в этой локации. Ну, придется к мыше. Сколько наиграл? 48 минут. Давайте сделаем так. Я сейчас подойду к мышке. Да, других уже входов-выходов нет. Да. Других нет. Здесь мы были, повторение, я знаю, что было, да, все с памятью в порядке. Идем к мышке, быстрее, спокойнее. Нет, спасибо. Спасибо, ты мне снится будешь ночью, блядь. Еще 500 лет, само собой. Сюда. К мыше идем. Значит так, на 49 минут наиграл. Ну... Я сейчас просто так похулиганю. Еще раз проверяем. Может, что-то забыл, что-то упустил. Ну, бывает. Это мышь, хорошо. Угу, сволочь такая. Еще раз проверяем. А вдруг засосет? Нет, не засосет. Ну, кто бог? Да, быстрее иди.
нет, 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 нет. Не затащит пылесос. Кино не будем смотреть, это отработанный материал. Хорошо, значит, только к мыши. Да, только к мыши. Ну все, друзья, на час вот эта вот запись. Сейчас я немножко побалуюсь к мыши. Вот, знаете, вот давайте я буду честен другом. Вы можете не досматривать эту серию с этого момента, вы можете отключать. Потому что сейчас будет занудство. Где-то, ну, раз у меня ролики построены на 1.5 часа, а я наиграл на 50 минут. Позвольте мне еще 0.5 часа поиграться с мышью. Это смотреть не нужно. Смотрите уже следующий ролик прохождения. Сейчас я буду забавляться. Это уже для психов, для маньяков. Я все-таки хочу сам попробовать понять этот алгоритм. Вот он и проиллюстрировал это дело. Что же мне сигареты так заканчиваются? Это мне не нравится. Угу. Я предупредил. Я поиграю с мышкой. Всем, кто посмотрел этот ролик, всем большое спасибо, всего доброго. Остальные для слабонервных или не для слабонервных, или для слабоебанных. Поехали. Мышку я все равно пройду с подсказкой, но мне интересен алгоритм. Я все-таки не могу понять, сколько я высчитывал эти ящики. Здесь 2 ящика, здесь 1, здесь 3 ящика. Вот я это взаимодействие пытался вычислить. Хорошо. Так. Так. Обратно. Ой, извиняюсь, я прошу прощения. Ну что ж такое? Это туборг. Ой, некрасиво, извиняюсь. Очень некрасиво с моей стороны. Угу. В обратные пути заходим и выходим совершенно в разных, нет, не совсем в разных местах. Вот, 1, 2, 3. Вот видите, 3 входа. 1, 2, 3. Угу. То есть какая-то связь, не связь, но какая-то не цепь, я не знаю, как сказать. В общем, здесь надо просчитать. Но здесь справится только, я не знаю, Лобачевский, Вассерман и Эйнштейн. Ну, а я не знаю, а как еще? Дверей слишком много. Обратно. А эта дверь? Ну-ка. Ага, 3. Так. Нет, уже 4 разветвления. Уже 5. Вот видите? Ага. Значит, та дверь, если вы помните, было 3 входа-выхода зацикленных тоннеля. Вот, но это интересно же разобраться. То другие тоннели уже здесь рандомом идут. Ну, рандом, не рандом, я не знаю, как это называется. Уже из 5-й двери она выходит. А вот какая дверь, я уж не помню. Но это интересно. Допустим, сюда, к примеру. Раз, считаем. Обратно. Ага, так. 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 Тоже рандом пошел. Все. Как вернуться? Давайте заново. Я забыл, какая дверь. Ну, допустим, первая, к примеру. Как новый игрок. Заходим обратно. Заходим обратно. Так, 3. Нет, не сюда. Сюда. Значит, я зашел в первую, появился сюда. Еще раз. Тихо. Нет, 4. Рандом пошел. Рандом. Угу. А вот дверь я забыл, которую я поймал. Там было всего лишь 3 пути. 3 комбинации. И, возможно, в
какую-то дверь, надо 2-3 раза зайти и перезайти, или рядом перезайти. Это не просто так. Остальные рандомные. А какая дверь, я уже забыл. Хорошо. Ну, похулиганить надо и по... Ну, интересно... Бля... Ну, мне интересно разгадать алгоритм. Ну, возможно, сами разработчики этого не помнят. Я сейчас не собираюсь проходить. Я пройду с подсказкой. По-другому невозможно. Я пытаюсь опять как-то вот понять. Это, ну, по-моему, это бесполезно. Но я понимаю, если были бы какие-то указатели. Вот хорошо, один ящик или два ящика. Ну, к примеру, два ящика — это какой-то намек, что два раза туда входить. Ну, к примеру, вот допустим, два ящика. Два раза входить. Это к одному ящику. Возвращаемся. Нет, вообще из другого входа. Еще раз. Аха! Вот, видите? Аха! Поймали! Вот, уже. Раз, два, три. Значит, два ящика, один ящик. Возвращаемся. Мы сюда зашли? А если сюда зайдем? Нет. Мы зашли вот сюда. Мы там, где два ящика, выходит к одному ящику. Так получается? Пробуем еще раз. Два ящика к одному ящику. Возвращаемся, откуда мы вышли. Отсюда мы вышли. Вышли, не пришли. А если сюда зайду, попаду в другое место. Правильно? Да. Один ящик, хорошо. К ящику. Надо к двум ящикам. А если вернусь? Даже к трем ящикам. Блядь, ну... К одному. О, все. Ну, каша. Манная каша. Скорее, овсянка. А может быть и пшеночная. Пшенную кашу не все любят. Молдавский, ты любишь пшенную кашу? Молдавский, ты вообще смотришь мои ролики? Молдавский очень любит пшеную кашу. Я это знаю. С детского сада. С армии, с казарм. Так. Нет. Это здесь есть алгоритм. Здесь есть определенный... Это не просто так. Это же программа. Это программа. Здесь есть просто алгоритм. Очень хитрый и интересный. Я в удовольствие играю. Повторяю, не смотрите это. Переходите к следующему ролику. Ну и, ну как так, два ящика, еще раз ходим, один, возвращаемся сюда, вот они зациклены, три входа, раз, два, три. Какая подсказка? Нет, сюда не надо, вот сюда, два ящика, один, отсюда не выйти, один, может один сюда шакать. А вот ящик, например, с банкой. Это подсказка. Три. Нет. Нет. Еще раз. Ага. Три. Раз, два, три. К примеру. Пробуем все комбинации. Раз, два, три. Ага. Серединочка. Ну-ка, подсказка, где три ящика? Я уже забыл. Раз, два. К ящику. Может быть, норки именно к ящикам? Вот один ящик именно с этим. Нет, не один. Нет, да. Непонятно. Обратно заходим. Три. Раз, два, три. В серединку попробуем. Так, этот маленький сюда. Крайнему, к ящику. Это наверху, друзья. Нет. Нет.
Это сейчас я со смехом смотрю, потому что я просто дурака валяю, балуюсь. А когда я пытался это пройти, это таких нервов стоило. Неделю, и только с подсказками. Сам я не прошел, врать не стану. Я сам не прошел, я не догадался. Это тот самый редкий случай, друзья, когда игрок, пользователь начинает материться и злиться, но и одобряет креативное решение разрабов. Ага, ого, ага. Через один или в один? Ну, кто это высчитает, кроме Лобачевского или Эйнштейна? Ну. Ага. И обратно. Где-то как-то. Все, хватит. Голова кружится. Час. Ровно на час. Достаточно. Охо-хо-хо-хо. Ром-пам-парам-брам-бам-барам-брам. Остановились на мышке. Друзья, спасибо всем, кто смотрел. Благодарю. Подписываться не надо. Лайки ставить не надо. Донатов у меня нет и никогда не будет. Я не попрошайка. Я и так достойно зарабатываю. Нормально мне хватает. Ваше здоровье. Я сам вам могу подкинуть, кому надо. Спасибо. Смотрите следующую серию. Если хотите. Ну, не хотите, так не надо. Но от комментариев не откажусь. Зибулдукс. Отключаемся. Auf Wiedersehen. С вами был Вольфрам.